алфавиту. Слово для выступления представляется Андрей Михайлович Барковский вам. Кстати, могу вам сказать, что вы можете следить за мной, чтобы я там никому больше 3 минут не дала, поэтому можете меня контролировать, и помогать даже в каких-то случаях. Пожалуйста, Андрей Михайлович. Добрый вечер, уважаемые жители города Назарова. Разрешите в первую очередь поблагодарить вас, что вы нашли время прийти на эту встречу. Немного расскажу о себе. Барковский Андрей Михайлович родился в селе Балахта Красноярского края. В городе Назарово проживает с 1970 года. Здесь же закончил среднюю школу номер 3 и в 83 году поступил в Красноярск. После окончания пошел работать и начал свою трудовую деятельность на разрезе Назаровский в 1988 году. Потом в 1995 продолжил свою трудовую карьеру на знаменитом Назаровском молочно-консервном комбинате. И с 2001 по 2013 год работал сначала заместителем директора, потом исполнительным директором СЭЗАО «Ададымская». Рабочий стаж в реальном секторе экономики 25 лет. Сейчас работаю директором ООО «БАМ» в сфере розничной торговли продуктов питания. Женат, имею 2 взрослых детей, любимой внучке 1 год и 3 месяца. В 2008 году закончил президентскую программу подготовки управленческих кадров и прошел стажировку в Германии. С 2009 по 2011 год занимал должность секретаря местного отделения партии «Единая Россия». За свои 50 лет прошел большую школу жизни. Своими деловыми качествами я считаю порядочность, честность, трудолюбие и профессионализм. На вопрос, зачем я иду в депутаты, отвечу так. Мне не безразлично, что сейчас делается у нас в городе Назарово. Хочется изменить все к лучшему. Хочется работать в команде единомышленников на благо жителей города Назарова, на повышение авторитета местного отделения партии «Единая Россия», а не решать какие-то свои личные вопросы. В советское время был такой хороший лозунг: «Кадры решают все». Я думаю, что он и сейчас актуален, как никогда. Поэтому я уверен, что преодоление социального, экономического, а особенно политического кризиса в нашем городе нужно осуществлять влиянием новых профессиональных кадров во все системы города и включением более совершенных методов управления. Я знаю, что такие люди в городе Назарово есть. Работу депутатского корпуса я вижу в слаженном взаимодействии с администрацией города, но в то же время в жестком контроле, в рамках, конечно, своих полномочий, за исполнением важнейших решений, которые принимает администрация города. Ну, заканчиваю. Ну и точно, и, конечно же, наказов избирателей. Но об этом сейчас говорить рано. Если меня выберут кандидатом в депутаты, то уже на конкретных встречах я буду разговаривать о наказах в силу своих возможностей. Дорогие земляки, если вы отдадите за меня голос, я вас не подведу. Спасибо за внимание.